День памяти и скорби. Более трагической и героической даты мы не знаем. Женщина, мать, дающая жизнь и отвечающая за становление личности, всегда была в центре внимания нашей страны. 800 тысяч женщин в Великую Отечественную войну встали под ружье. Достойно прошли этот путь, все было сделано так, как велела совесть. И мы гордимся подвигами наших девчат, которые явились образцом для того, чтобы женщины сегодняшнего дня, ополченцы, волонтеры несли высоко звание женщины-воина страны, любящие страну и на деле демонстрирующие это. Памяти и скорби. Более трагической и героической даты мы не знаем. Женщина, мать, дающая жизнь и отвечающая за становление личности, всегда была в центре внимания нашей страны. 800 тысяч женщин в Великую Отечественную войну встали под ружье. Достойно прошли этот путь, все было сделано так, как велела совесть. И мы гордимся подвигами наших девчат, которые явились образцом для того, чтобы женщины сегодняшнего дня, ополченцы, волонтеры несли высоко звание женщины-воина страны, любящие страну и на деле демонстрирующие это. Мне этой ночью не заснуть до самого рассвета. Я день свой завтрашний краю. Не по лекалу той войны, а по фасону лета. Для тех девчат, что до сих пор в строю. Зарок дала я помнить и гордиться. Всех тех, кто с плеч так и не снял шинель, чье сердце в поле боя перестало биться, и души, чьи навек разорвала шрапнель. Маринка, Тоська, Лидка, Зойка, Верка и Машка с васильковым цветом глаз. Отставить разговоры, завтра на примерку, и ситца платье шью я до сих пор для вас. Thank you.
и танки в атаку водили, и в бой рукопашный ходили. 9 мая живые помянут погибших девчат, и песни друзья фронтовые в тот вечер опять зазвучат. Старый солдатский бой разве об этом расскажешь? В какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла? В то утро простился с тобою твой муж или брат, или сын?
и ты со своей судьбою осталась один на один. Один на один со слезами, с несжатыми в поле хлебами. Ты встретила эту войну, и все. Без конца, без счета, печали, труды и заботы пришлись на тебя, на одну. Одной тебе волей-неволей, а надо повсюду поспеть. Одна ты и дома, и в поле. Одной тебе плакать и петь. А тучи свисают все ниже, а громы грохочут все ближе, все чаще недобрая весть. И ты перед всею страною, и ты перед всею войною сказалась, какая ты есть. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым, весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим в холодные зимы, в метели. У той, у далекой черты солдат согревали шинели, что шила заботливо ты. Бросалась в грохоте, в дыме советские воины в бой, и рушились вражьи твердыни от бомб, начиненных тобой. За все ты бралась без страха, и как в поговорке какой, была ты и пряхой, и ткахой, умелой иглой, и пилой. Рубила, возила, копала, да разве всего перечтешь? А в письмах, что на фронт, уверяла, что будто отлично живешь. Бойцы твои письма читали, и там, на переднем краю, они хорошо понимали святую неправду твою. И воин, идущий на битву, и встретить готовый ее, как клятву шептал, как молитву далекое имя твое. Случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей, и холодные ветры проворно потекли. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попой.
Дай, милая, тебя перекрестить. Невыносимо знать, что ты теперь под пулей. У Бога буду за тебя просить, чтоб ангелы живой тебя вернули. Своим девчонкам передай привет. Мое пусть бережет благословение. И сохрани Господь от всех вас бед. И награди победой ваше рвенье. Из письма санинструктора Валерии Грановской. Дорогие мои Витенька, мамочка, бабушка, не писала вам вот уже целую неделю, не было времени. Недавно был жаркий бой с фрицами, немцы рвались на высоту, где мы находились, но все их попытки прорваться были тщетны. Стойко и смело сражались наши бойцы, все мои дорогие и милые товарищи. Исполняя приказ товарища Сталина, ни шагу назад. Многие из них пали смертью храбрых, но я осталась жива и должна вам сказать, дорогие вы мои, что поработала я на славу. Около 30 тяжело раненых бойцов вынесло с поля боя. Командование полка отметило мою работу и, кажется, представило к правительственной награде. Милый Витя, ты пишешь, что вам сейчас очень трудно. Знаю это, мой дорогой, но сожми покрепче зубы и борись со всеми трудностями. И знай, что все это наделал проклятый фашистский зверь. Нужно отомстить ему за все. И за разрушенную счастливую жизнь. И за сотни и тысячи убитых и раненых. И за кровь и слезы наших отцов, матерей, сестер. Вам никогда еще не приходилось краснеть за мои поступки. Уверяю вас, что и впредь этого не может случиться. Будьте здоровы. Пишите чаще. На носилках около сарая на краю отбитого села санитарка шепчет, умирая: «Я еще, ребята, не жила». И бойцы вокруг нее толпятся и не могут ей в глаза смотреть. 18 — это 18, но ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимой, что в глаза его устремлены, отблеск зарев, колыханье дыма вдруг увидит ветеран войны. Вздрогнет он и отойдет к окошку, закурить, пытаясь на ходу. Подожди, его жена, немножко. В 41-м он сейчас году. Там, где возле черного сарая, на краю отбитого села, девочка лепечет, умирая: «Я еще, ребята, не жила».
Фронтовой самбат у лесных дорог был прокурен и убит тоскою. И сказал солдат, что лежал без ног: мы с тобой, сестра, еще станцуем. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. А сестра, как мел, вдруг запела вальс, голос дрогнул, закачался зыбко, улыбнулась всем: это я для вас. А слеза катилась на улыбку. Сколько лет прошло, не могу забыть тот мотив, который пелся с болью. Сколько лет прошло, не могу забыть мужество солдатское и волю. Мужество солдатское и волю. Маруська, милая, ты только не молчи. Мне знать одно, что ты жива, здорова. Вчера я, учудив, забыла хлеб в печи, завидев почтальона снова. Но скрип калитки так не прозвучал. Не отворилось в доме шаткое оконце, и вечер ожидания развенчал. Маруська, напиши мне, солнце. Опять.
я писем заката до утра, строчка за строчкой. Да вот одна беда, есть ли то место, где бегал босиком, ждет ли там завтрак с парным молоком. Мы вернемся назад, по-другому не может быть. Слышишь, родная, мама, я не успела тебе все секреты свои рассказать. Прорастает трава по весне, и березы шумят, не смолкая. Мама, мама, прислушайся, это мой голос, я дома опять. Из письма старшего воентехника Алексея Аникеева. Брат мой, Павка, здравствуй. Совсем нет времени писать тебе. Без устали готовлю наши боевые машины к бою. Все мои знания пригодились здесь, на фронте, поэтому учись, Павка, пока есть возможность. Не расстраивай мать. Я и сам, знаешь, первое время тут расстраивался, когда увидел, что кто-то знает и умеет больше, чем я. Да не кто-то, а девушки из соседнего 588-го полка. Мы их ласково прозвали ласточками, а фашисты – ночными ведьмами. Это, Пашка, наши летчицы. Совсем еще молодые девчонки, но асы необыкновенные. Весь полк девичий. Ты только представь, даже самолеты сами ремонтируют, ни одного мужика в подмоге. Пашка, ты только не говори пока матери. Возможно, приеду с фронта уже с невестой, Раей. Ты знаешь, когда ее вижу, аж дух перехватывает. Вчера подсунул ей в кабину ромашки, но сделал вид, что это не я. А ночью чуть с ума не сошел, пока ждал, когда наши ласточки с боевого вылета вернутся. А они еще знают, что удумали? Не брать с собой парашюты. А вместо этого берут дополнительные бомбы, чтобы давить врага неустанно. Вот и сегодня ночью фрицам капут, а наши девчата вернулись. Видел бы ты, как остальные девчата бежали их встречать. На руках подбрасывали, а ласточки визжали. Смешные они. Вроде и отважные, а как на земле, так простые девчата. А наш командир так и сказал: с такими рядом слабым быть нельзя. Это он про нас, про мужчин. Поэтому учись, Павка. Это я тебе, можно сказать, как старший брат приказываю, чтобы иметь возможность однажды проявить себя. Все, братишка, дальше писать не могу, надо идти. От меня, как ты понимаешь, многое тоже зависит. Обнимай мать, береги ее. И ждите меня и Раю. Твой брат Алексей. А эти девушки летали и бомбы сеяли окрест, и находили их медали. Ну а кого тяжелый крест? Кресты по матушке России сияют в бронзовой пыли. Летали девушки мессии во имя радости земли. Сегодня я их вспоминаю, простых девчонок и невест, и вместе с ними там летаю
военном зареве небес, и их прошу, не пропустите врага на наши образа. На счастье сверху посмотрите озером в синие глаза. Девчонки-летчицы, немало досталось вам от той войны. Немного писем долетало до белой мирной тишины. Ваш строй сейчас идет парадом, а под крылом зеленый лес. Но славы ангелам не надо в светлейшем зареве небес. А эти девушки летали, летят и нынче над страной. Они как чудо мира ждали и взяли верх над той войной. Кресты по матушке России сияют в бронзовой пыли. Летали девушки Мессии во имя радости земли. Облаками, и видя с неба ваш тревожный век, к вам тихо прикасаемся руками, и думаете вы, что это снег? Мы дышим, согревая птичьи гнезда, кажется, что с неба смотрят звезды, а это мы с небес глядим на вас. Yeah.
Константина Симонова. Мы уже были в каком-нибудь километре от немцев. С того берега реки короткими очередями строчили немецкие пулеметы. «Хорошо бы сюда поближе полковые минометы», — сказал комиссар полка. И кто-то ответил ему, что распоряжение уже отдано, но придется подождать. Лошадей побило, и минометы тащат на руках. И вдруг, словно опровергая эти слова, сзади из-за рощицы той, где мы оставили нашу милую Пашу, выскочила полуторка. Она пролетела сзади нас, свернула налево, на бугор. В кабине мелькнула белая косынка. Сзади, на буксире за машиной, подпрыгивая на кочках, ехал миномет со снарядными ящиками. Это было так неожиданно, что немцы не успели пристреляться, и серия мин обрушилась далеко позади проскочившей по полю машины. Через несколько минут машина также мгновенно промелькнула обратно. Наконец, к нам добрался командир роты. «Установили миномет», — сказал он. Девчина-шофер увидела, как ребята его тащат, и говорит: «Давайте подвезу». Ну вот и подвезла. Машина мелькала сзади нас еще несколько раз. Она подвозила почти к самым окопам сначала ящики с минами, потом группу бойцов. Нам всем до одного хотелось сказать Паше в эту минуту самое хорошее, самое дорогое, что людям легче жить, легче воевать и умирать, когда не видят рядом с собой ее озорную девчонку из деревни Полевые Новоселки, беззаветная русская. Женское сердце, которое даже не назовешь золотым, потому что ему нет цены. Паша ожесточенно крутила ручку, заводя машину. Она торопилась отвезти еще и нас. Ей хотелось попасть поскорее обратно, когда будет чуть-чуть темно. В окопах лежали и ждали ее раненые, которых она уже считала своей собственностью, которых она в своих торопливых мыслях уже давно вытащила, отвезла, обмыла и уложила на белые санитарные койки. Вот какой она была! Паша Анощенко, славная и отважная девушка, шофер, героиня, которой нет равных. Константин Симонов. Дороги, пыль да туман,
Города тревоги, да степной бурьян, выстрел гранят, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне не живой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Дочь, не волнуйся. Выдюжим и мы. Для фронта все. И нет головней задачи. Кипят мартены, супротив коричневой чумы. Мы с вами на войне. Мы не смогли иначе. А помнишь Вовку? Маленький такой. Худой воробушек. Но дерзкий заводила. На улице его вчера. На хуторской осколком бомбы родного убила. Марусь, за Вовку фрицу гаду отомсти. И коль мальца война не пощадила, на тех снарядах, что вот-вот должны прийти, мы твердо вывели: за Вовку заводил. Землю сожгли, нет, она
почернела от горя. Как разрезы траншеи любви и воронки, как раны, зияют обнаженные нервы земли. Неземное страдание знают, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки, кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала? Нет, звенит она. Для Екатерины Михайловой война началась с разбомбленного поезда, в котором ленинградская школьница ехала в Брест. 16-летняя девушка мечтала увидеть зубров и бизонов в Беловежской пуще. Но вместо этого она увидела горы мертвых тел младенцев, сосущих молоко уже убитых матерей, развороченные вагоны. Вот так для Екатерины началась война. В легком летнем платье Михайлова вернулась в Смоленск, где пошла работать в госпиталь. А в начале 43-го года Екатерина узнала, что в Баку из опытных моряков формируют добровольческую часть морского десанта. И девушка попросилась туда. В те годы морская пехота укомплектовывалась самыми отборными бойцами. Солдаты вермахта называли их «черной смертью», ну или «черными дьяволами». Появление худенькой 17-летней девицы бойцы восприняли просто как издевательство. «Иди играй в куклы!» Таков был их ответ на просьбу Михайловой зачислить ее в часть. Но Сталин решил иначе. И отважная девушка была зачислена санинструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты, с которым она прошла всю войну, бесстрашно вытаскивая и вытягивая раненых бойцов прямо из-под носа у немцев. Ну, при необходимости брала в руки оружие и даже ходила в разведку. Однажды во время жарких боев под Керчью, отрезанный от остальных войск десант остался без воды. И чтобы
накормить раненых и напоить, главное, и не только раненых, а всех, кто нуждался во влаге, в воде. Она отправилась в соседнюю деревню, ну, к колодцу. И там нос к носу столкнулась с фрицем. Вчерашняя школьница ведь не растерялась. Катюша, представилась она. И немец неожиданно растаял. Под звуки его губной гармошки санинструктор Михайлова, как ни в чем не бывало, набрала воды и ушла к своим. Так немцы прознали, что в советском десанте служат бесстрашные девушки. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой указ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска до Орла война нас довела, до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Не замолкай, кукушка, я прошу, в немой тиши ты дни считаю прямо. В душе я погибших боль не заглушу, но всех, кто жив, веди к победе прямо.
песни еще не написаны. Сколько, скажи, кукушка, жители на выселках камнем лежать или гореть звездой, звездой. Ой, да, мое, взгляни на история еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, как в годы Великой Отечественной войны. Их было более 800 тысяч. Вдумайтесь только, почти миллион юных, красивых девушек, чья сущность
милосердия, надели солдатские шинели во имя будущих детей, во имя добра и любви. Марина Раскова, Лидия Литвяк, Валентина Гризодубова, Людмила Павличенко, Екатерина Михайлова, Зоя Космодемьянская, Мария Осипова, Валерия Гнаровская, Алия Молдогулова. Имя им – Легион. Великие испытания выпали на долю бесчетного количества молодых женщин, решивших встать на защиту Родины с оружием в руках. Но война не сломила их мужество. Наряду с мужчинами они ковали победу на поле боя. Добившись зачисления в ряды воинов Красной Армии, женщины и девушки овладели почти всеми военными специальностями и вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли военную службу во всех родах войск. Разведчицы, летчицы, связистки, медсестры, пулеметчицы, снайперши, партизанки, труженицы тыла, чей героический подвиг никогда не померкнет, и память о котором будет передаваться от поколения к поколению. Давняя песня тревожит им душу. Споемте, землянку, споемте, Катюшу. Давайте, землянку, давайте, Катюшу. А внуки не знают, а внуки не знают, как было им страшно, девчонки. Когда в них стреляли в упор мессершмитты, никто не забыт, и ничто не забыто. Они говорят о боях, о полетах, о тех, кто глядит с пожелтевшего фото, и слезы глазам подступают. Пусть внуки узнают.
как жарко дружили, как землю любили, как шли сквозь огонь за мечтой неубитой. Никто не забыл, и ничто не забыто. Никто не забыл, и ничто не забыто. Никто не забыл. И откуда вдруг берутся силы в час, когда в душе черным черно? Если б я была не дочь России, опустила руки бы давно, опустила руки в 41-м. Помнишь, заградительные рвы, словно обнажившиеся нервы, зазмеились около Москвы. Похоронки, раны, пепелища. Память, душу мне войной не рви. Только времени не знаю чище и острее к родине любви. Лишь любовь давала людям силы посреди ревущего огня. Если б я не верила в Россию, то она не верила бы в меня.